Это программа о тех, кто принимает решения в Ненецком автономном округе на законодательном уровне. В студии телеканала «Север» Ольга Русул. Здравствуйте. В эфире очередной выпуск информационной программы «Законодатели» в этом выпуске. В новом формате президент России Владимир Путин провел ежегодную пресс-конференцию. Вопросы главе государства задавали журналисты и жители России. Внимательно за ходом пресс-конференции следили депутаты окружного собрания. Председатель собрания депутатов Ненецкого округа Александр Лутавинов рассказал о планах регионального парламента на ближайший год. На заключительной в этом году сессии он представил программу законотворческой деятельности. Предварительно в план включено 27 законопроектов. Решить проблемы кадрового недостатка медиков в регионе, снять вопросы организации питания в медицинских учреждениях. Эти и другие темы парламентарии обсудили с главврачом Ненецкой окружной больницы Дмитрием Козенковым. Президент России Владимир Путин провел ежегодную пресс-конференцию. В этом году из-за связанных с пандемией коронавируса ограничений она прошла в новом формате по видеоконференц-связи с элементами прямой линии. Вопросы главе государства задавали журналисты и жители России. За ходом конференции внимательно следили депутаты окружного собрания. Уровень безработицы у нас был в начале года 4,7%. Сейчас, как вы знаете, он подрос до 6,3%. Ну, об этом мы наверняка еще будем говорить. И пока аккредитованные журналисты задают свои вопросы первому лицу государства в специально оборудованных аудиториях с соблюдением всех эпидемиологических мер, остальные граждане прильнули к экранам телевизоров, в том числе и первые лица Ненецкого округа. Когда были вопросы о ковиде, они не касались нашего конкретно региона, но для меня это сигнал, чтобы мы дополнительно проверили выплаты врачам, качество СИЗов, которые поставляются в лечебные учреждения. То есть все это станет на повестку уже в ближайшие дни. Ежегодная пресс-конференция поднимает острые для жителей страны проблемы. В этом году без массовых праздников остаются самые маленькие граждане России. И эта несправедливость будет компенсирована. Ну и в заключение, конечно, вот эта информация, которую сказал президент о том, что все семьи, в которых есть дети до 7 лет, получат выплаты по 5 тысяч на каждого ребенка. Но это по-настоящему новогодний подарок для всех семей, в которых есть дети до 7 лет. Мне очень понравилась позиция президента, когда он сказал, что главный принцип, универсальный принцип, которым он руководствуется в своих действиях, это то, что полезно для страны, то и нужно делать. Депутаты окружного парламента тоже не остались в стороне от важного события. Трансляцию пресс-конференции они смотрели в кабинете председателя собрания. Задается вектор. Вот какой-то практический вектор в решении тех злободневных задач, тех вопросов, которые простых, сложных, те, которые действительно волнуют людей. И они, наверное, являются общей составляющей для того, чтобы мы могли с общих позиций совместно решать те задачи, которые стоят перед нашей большой страной. Депутат окружного собрания Наталья Кардакова подготовила ряд вопросов президенту, которые направила на специальный портал. Все они основаны на самых частых обращениях жителей округа. То, что касается регистрации браков на селе, у нас было обращение от собрания депутатов правительства о том, что необходимо, чтобы удаленно можно было делать это в сельских населенных пунктах, но на сегодняшний день вопрос так и не решен. То есть, если молодые люди захотят зарегистрировать брак, они могут через МФЦ подать заявление, а на регистрацию должны приехать сюда. Также в список вошел вопрос о бесплатном зубопротезировании пенсионеров, распространении федеральных мер поддержки социально-экономического развития Дальнего Востока на территории арктической зоны, изменение сроков рассмотрения накопления отходов в труднодоступных населенных пунктах Арктики, увеличив их до 36 месяцев. Возникают вопросы непосредственно по вывозу этих отходов, а там всего 11 месяцев, и мы обращались в Дни Совета Федерации, когда были поднимали этот вопрос, чтобы увеличили с 11 месяцев до 36 хранения. И второе, это чтобы федеральные средства предоставлялись на приобретение локальных установок. Новый формат, в котором проходит пресс-конференция, когда возможность задать вопросы главе имеют не только журналисты, но и жители страны, помогает понять проблемы населения. Поставлены задачи, которые необходимо решать, в том числе и органам государственной власти. Для меня это очень важно, потому что, как представителю Общероссийского народного фронта в Ненецком автономном округе, именно ОНФ будет вести контроль за теми поручениями, которые даст президент по итогам пресс-конференции.
В этом году большая пресс-конференция длилась 4 часа 29 минут. За это время глава государства успел ответить на 60 вопросов, включая вопросы представителей СМИ и поступившие в колл-центр обращения от граждан. Профильный комитет Госдумы поддержал госпрограмму по развитию Арктики. Программа рассчитана на 2021-2024 годы. Комитет Госдумы по региональной политике и проблемам Севера и Дальнего Востока поддержал проект постановления правительства об утверждении государственной программы Российской Федерации «Социально-экономическое развитие арктической зоны» на 2021-2024 годы. Об этом депутат Госдумы от Ненецкого округа Сергей Коткин рассказал в большом телефонном интервью. В то же время, как отметил парламентарий, у депутатов-северян остался ряд вопросов к разработчикам документа. Очень было эмоциональное, подробное обсуждение, много задавалось вопросов. Прежде всего, что бы я хотел отметить, и я обратил на это внимание Крутикова, о том, что приоритеты программы, я там не увидел вот в приоритетах этой программы позицию о сохранении традиционного образа жизни, хозяйственных, коренных, мочистых народов Севера, их культуры, языка. Но увидел распространение положительного опыта, расширение международных связей коренных народов, все это здорово. Но нам самое главное – сохранить их образ жизни, хозяйствование. Поэтому мы договорились с Крутиком о том, что это направление будет выделено в отдельную программу. Кроме того, депутат обратил внимание на инициативу местных парламентариев, касающуюся работы почты в регионах Крайнего Севера. Почему? Потому что отправки возросли кратно. По почте на севере есть проблемы с точки зрения финансирования, нехватки финансирования. Поэтому договорились о том, что меня первый замминистра попросил подготовить лично ему письмо, обозначить эту проблему, обозначить инициативу окружного собрания депутатов, он попробует в это включиться. Еще один заданный депутатом вопрос касался потреб кооперации, которая по существующему закону не может быть отнесена к резидентам арктической зоны, соответственно, не может пользоваться соответствующими льготами. В связи с этим, по словам депутата, будут подготовлены поправки в федеральный закон номер 193 ФЗ о сельскохозяйственной кооперации. В соответствии с ним некоммерческие организации смогут пользоваться такими же правами в арктической зоне, как мелкие и средние предприятия. Кроме того, был задан вопрос по финансированию программы «Дети Арктики». Эта тема поднималась на только что завершившемся в Санкт-Петербурге арктическом форуме. К сожалению, эта государственная программа пока полноценно не вошла в общую программу социально-экономического развития. Вот. Это первое. Второе – это то, что, на мой взгляд, несколько удивило меня финансирование. Всего 3,5 миллиарда на 2021 год, в целом до 2024 года это около 20 миллиардов. Вот. Но тут надо, видимо, понимать, что это многоотраслевое направление Арктика, и все 47 государственных программ по Российской Федерации не так или иначе касаются в том числе и Арктики. Новая редакция государственной программы «Социально-экономическое развитие арктической зоны Российской Федерации» на 2021-2024 годы подготовлена Министерством Российской Федерации по развитию Дальнего Востока и Арктики. Проектом программы предполагается бюджетное финансирование заложенных в ней мероприятий на сумму 19,5 миллиардов рублей. Ожидается, что в результате реализации госпрограммы объем внебюджетных инвестиций в экономику арктической зоны до 2025 года составит 490 миллиардов рублей. Будет создано 28,5 тысяч новых рабочих мест. Доля валового регионального продукта в суммарном ВРП арктических субъектов России увеличится с 6,1 до 7,2%. Председатель собрания депутатов Ненецкого округа Александр Лутовинов рассказал о планах регионального парламента на ближайший год. На заключительной в этом году сессии он представил программу законотворческой деятельности. Предварительно в план включено 27 законопроектов. В первом полугодии в окружном парламенте рассмотрят изменения в закон Ненецкого автономного округа о бюджетном процессе. Депутаты подготовят обращение в правительство по вопросу дополнения резидентов арктической зоны России некоммерческими организациями, в их числе организации потребительской кооперации и общины коренных малочисленных народов Севера. Окружные парламентарии предлагают внести изменения в бюджетный кодекс Российской Федерации. Речь идет о предоставлении субсидий по доставке бензина для нужд жителей сельских населенных пунктов. Из полученных предложений сформирован проект примерной программы законотворческой деятельности окружного собрания на очередной 2021 год. Предложенный проект программы состоит из 27 пунктов.
В первом полугодии планируется рассмотреть проект закона о помощи детям-инвалидам. Законопроект предусматривает оплату за счет средств окружного бюджета, обучение в специальных образовательных организациях, расположенных за пределами Ненецкого округа, а также оплату проезда к месту учебы в специальных образовательных организациях и обратно до окончания обучения и достижения 18 лет. Кроме того, на заключительной в этом году сессии Александр Лутаминов подвел итоги года. Его особенностью, наверное, было то, что мы без раскачки его начали в Совете Федерации. Если вы помните. Я считаю, что это была очень напряженная работа. Также спикер отметил, что в это время был выстроен задел экономической программы региона не только на весь 2020 год, но и на перспективу. В Совете Федерации были учтены предложения нашего региона. В программу вошло порядка 14 пунктов. Те вопросы, которые касаются софинансирования программ из федерального бюджета, они достигли отметки свыше 80% софинансирования по госпрограмм, по национальным проектам. Это очень и очень важно. Если вы помните, буквально 2-3 года назад у нас такой возможности использовать средства федерального бюджета, такой возможности и в таком объеме не было. Александр Лутаминов отметил, что возникли некоторые трудности в связи с эпидемиологической обстановкой в стране и в регионе. В частности, это касается непосредственного контакта парламента и избирателей. Но этот пробел обязательно будет восполнен в новом году. Мы преодолеем вместе трудности, которые сейчас возникли, и сумеем в следующем году вот этот пробел максимально восполнить. Напомним, что первая сессия окружного парламента в 2021 году запланирована на 4 февраля. Полномочия по предупреждению ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций вернут Заполярному району. Ранее их исполняли непосредственно муниципалитеты. Соответствующий закон депутаты приняли во втором чтении на 32-й сессии собрания депутатов Ненецкого округа. Полномочия были переданы от Заполярного района на уровень сельских поселений в 2015 году. Однако ввиду отсутствия штатных единиц и материально-технического обеспечения, поселениям сложно самостоятельно их исполнять. Передав полномочия на уровень Заполярного района, точнее вернув, они были перераспределены в 2015 году, мы должны понимать, что органы местного самоуправления сельских поселений, они от этого вопроса не дистанцируются. Они будут участвовать в нем, я думаю, что самым тесным образом. Кроме того, будут перераспределены полномочия в области электроснабжения на селе. Электроснабжением занимается Наринмарская электростанция ГУПНАО. Только в двух населенных пунктах, я еще раз повторю. Были проблемы с подключением новых потребителей электроэнергии. Это прежде всего частный сектор, индивидуальные жилые дома. Ну и кроме этого, мы понимаем, что необходимо данные сети готовить к зиме. Для передачи данных полномочий предусмотрен переходный период до конца 2021 года, в течение которого все заинтересованные стороны могут обсудить все вопросы на площадке окружного парламента и определить перечень полномочий, которые сельские поселения смогут исполнять на местах. Госдума приняла закон о новой методике расчета МРОТ и прожиточного минимума. С 1 января 2021 года прожиточный минимум будет рассчитываться не от потребительской корзины, а от среднедушевого дохода граждан. А минимальный размер оплаты труда – от медиальной заработной платы, реальной средней заработной платы по стране, установленной Росстатом. Минимальный размер оплаты труда применяется для регулирования оплаты труда и определения размеров пособий по временной нетрудоспособности, по беременности и родам, а также для иных целей обязательного социального страхования. В соответствии с законом, роды в 2021 году составят 42% медиальной зарплаты или 12 792 рубля. По сравнению с действующей 12 130 рублей, минимальная зарплата вырастет на 5,5%. Такое увеличение затронет почти 4 миллиона человек, из которых почти половина – бюджетники, а другая – работники внебюджетного сектора. Прожиточный минимум на душу населения в целом по России составит 44,2% медиального дохода или 11 653 рубля в абсолютном выражении. По сравнению с действующим, рост составит 3,7%. Прожиточный минимум будет устанавливаться ежегодно. При этом МРОТ не должен быть ниже прожиточного минимума на очередной год. Теперь это еще и конституционная гарантия. В настоящее время прожиточный минимум определяется ежеквартально, исходя из стоимости потребительской корзины, основу которой составляют продукты питания. При такой методике роста прожиточного минимума, от которого зависит и размер МРОТ, все больше отстает от роста доходов населения в целом по стране. С переходом
переходом на новую методику прожиточный минимум и минимальная зарплата будут расти теми же темпами, что и доход и зарплата большинства граждан. При этом в законе установлено, что МРОТ не может быть снижен ни при каких обстоятельствах. Закон также решает проблему занижения регионального прожиточного минимума. Такая практика сложилась в 61 субъекте Российской Федерации. Документ предусматривает переходный период в течение 5 лет. За это время регионы должны будут привести свой региональный прожиточный минимум в соответствие с требованиями закона. На 32-й сессии собрания депутатов Ненецкого автономного округа 16 декабря приняты изменения о пересмотре величины прожиточного минимума пенсионера на 2021 год. Согласно поправкам, величина по новой формуле расчета составила 19 353 рубля. По сравнению с 2020 годом величина прожиточного минимума пенсионера выросла на 1397 рублей. Решить проблемы кадрового дефицита медиков в регионе, снять проблемные вопросы организации питания в медицинских учреждениях. Эти и другие темы парламентарии обсудили с главврачом Ненецкой окружной больницы Дмитрием Козенковым. Подробнее, о чем шла речь, в большом интервью рассказала депутат окружного собрания, председатель постоянной комиссии по экономической политике и бюджету Наталья Кардакова. По информации главврача Ненецкой окружной больницы, в 2019 году на работу в регион приехали 11 врачей. Однако специалистов по-прежнему не хватает. По словам главного врача, есть сложности с привлечением кадров в окружное здравоохранение. Парламентарии предложили уделять больше внимания подготовке специалистов из числа местных жителей. Кроме того, разговор коснулся средств индивидуальной защиты врачей, работающих с больными коронавирусной инфекцией. Парламентарии предложили уделять больше внимания средствам индивидуальной защиты для сотрудников, контактирующих с пациентами, у которых пока не диагностирован COVID-19, но они могут являться носителями инфекции. У них есть регистрационные номера, все это зарегистрировано, в каком виде. Вот, типа, затем они на экране он мне показал, со мной еще были Татьяна Васильевна, был еще один депутат. Вот, и он показал, каким образом в красной зоне работают люди. То есть это все выведено на экран, все видно, и непосредственно они находятся в средствах защиты, которые положены. Что касается обсуждаемого в последнее время сокращения штата в окружной больнице, то, как пояснил главврач, сейчас сокращается 30 штатных единиц. 15 – это пустующие вакансии. Фактически сокращается 15 человек, 12 из которых согласились на новые должности. 3 человека будут сокращены с выплатой положенных при этом денежных средств. Это люди, которые вышли на пенсию или переезжают в другой регион на постоянное место жительства. Еще один часто задаваемый вопрос – организация питания в медицинских учреждениях региона. По словам главного врача, у них пройдет аукцион уже 28 февраля. То есть каждый год они заключают вот эти контракты. 28 февраля будет следующий аукцион. И уже, возможно, будет другой поставщик. В ходе беседы депутаты окружного собрания затронули вопрос обновления кислородной станции и сети кислородопроводов. Они отметили, что парламентарии готовы поддержать окружную больницу в части обновления оборудования. Имеется проект по разводке по всем, значит, по детскому отделению, по больнице. А вот необходимо, чтобы этот проект был исполнен. А также необходимо закупить еще, наверное, одну станцию небольшую, для того, чтобы не было никаких перебоев, если вдруг эта старая станция выйдет из строя. Депутаты предложили руководству больницы просчитать необходимые расходы на модернизацию системы снабжения кислородом и направить обращение в собрание депутатов Ненецкого округа. Депутат Наталья Кардакова предложила усилить профилактику и информирование жителей округа для лучшего выявления заболеваний. Очень важно, чтобы наше подрастающее поколение было здоровым. Вопросов много и по рождаемости. Мы видим, что рождаемость в Ненецком автономном округе снижается. Тем не менее, мы по показателям выше, чем по северо-западу. Там коэффициент рождаемости выше 2. Поэтому мы по нацпроекту «Рождаемость» не получаем средства федеральные. Так, примерно где-то 84 миллиона. Следующим шагом запланирована встреча парламентариев с врачами и персоналом родильного отделения Ненецкой окружной больницы. Обсудить важные вопросы и наметить пути их решения. Кроме того, в Ненецком округе запланировано проведение форума по вопросам женского здоровья с участием приглашенных специалистов. В рамках этого мероприятия пройдет обследование детей и женщин из отдаленных населенных пунктов.
Причем обследование, как всегда, приезжают и проверяют у нас в городе, но нам бы хотелось, чтобы это непосредственно и на селе было проведено, хотя бы кустовое, там, например, по западу, по востоку и по реке Печоре. В заключение был поднят вопрос об информировании граждан по профилактике опасных заболеваний в НАО. Для диагностики заболеваний на ранних стадиях за последние 2 года приобретено новое оборудование, однако часто опасные болезни выявляются достаточно поздно. Депутат Наталья Кардакова предложила усилить профилактику и информирование жителей округа для лучшего выявления заболеваний. Окружные депутаты обсудили организацию дополнительного образования на селе. С докладом на заседании комиссии по вопросам образования, культуры и спорта выступила начальник управления образования профильного департамента Лиана Храпова. В сельских населенных пунктах дополнительные образовательные программы реализуются в школах в рамках внеурочной деятельности на бесплатной основе. В Ненецком округе действуют 144 объединения, которые посещают 2086 детей. По статистическим данным, больше всего детей посещают кружки и секции физкультурно-спортивной направленности. Это более 35%. Меньше всего посещаемость в кружках технической, естественно-научной и туристическо-краеведческой направленности. 6,6%, 3,9% и 2,6% соответственно. По прогнозам департамента, в 2021 году ожидается увеличение количества детей, охваченных дополнительным образованием по техническому и естественно-научному направлению на 76%. Рост планируется за счет открытого в этом году детского технопарка «Кванториум» на базе детско-юношеского центра «Лидер». В ходе разговора депутаты обратили внимание на слабое развитие краеведческих кружков в селах. Кроме того, парламентарии рекомендовали проработать вопрос о строительстве спортивной площадки в поселке Хорута и предоставить информацию к февралю 2021 года. Вопрос поднимался ранее, однако не был решен ввиду ограниченных средств окружного бюджета. Итоги волонтерской деятельности за 2020 год подвели в Наринмаре. Ежегодно на слете добровольцев отмечают лучших волонтеров благодарственными письмами губернатора Ненецкого округа, окружного собрания депутатов, Департамента образования, культуры и спорта и Федерального агентства по делам молодежи. Участниками 6-го слета стали 20 представителей общественных, волонтерских и некоммерческих организаций. Мероприятие прошло в Доме культуры «Арктика» с соблюдением санитарно-эпидемиологических требований Роспотребнадзора. С приветственным словом к волонтерам обратились заместитель губернатора Ненецкого округа Наталья Сидорова. Она вручила благодарственные письма губернатора региона. 2020 год выдался достаточно таким непростым, тяжелым годом. Но вы знаете, именно, наверное, в эти моменты понимаешь, насколько важна и нужна ваша помощь и ваша поддержка. Притом очень часто она заключается не только в том, чтобы принести продукты, лекарства, вынести мусор, а иногда она заключается и просто в добром слове и вашей улыбке. Региональное отделение Всероссийского общественного движения «Волонтеры-медики» и Ресурсный центр поддержки и развития добровольчества Ненецкого округа получили благодарственные письма губернаторам за вклад в развитие волонтерства и активное участие в общероссийской акции взаимопомощи «Мы вместе» на территории НАО. Волонтеров Победы и окружное отделение Российского Красного Креста наградили благодарственными письмами губернатора за вклад в развитие добровольчества на территории Ненецкого округа. Музейное объединение получило благодарственное письмо губернатора за вклад в развитие добровольческой деятельности на территории Ненецкого автономного округа и эффективную реализацию практики. Волонтерский лагерь «Пустозерск» в рамках федерального проекта «Регион добрых дел». Кроме того, волонтеры получили благодарности окружного собрания депутатов. Их вручил председатель законодательного органа Александр Лутавинов. Когда в собрании депутатов мы, скажем так, эту проблему, которая связана с волонтерским движением, обсуждали все вместе, то порой говорили, а сколько волонтеров, а что они реально делают. И вот сегодня мы можем в полной мере ответить на эти вопросы. Вот когда пришла нужда, и скажем так, и беда даже, которая связана с коронавирусной ситуацией, то мы можем констатировать, что у нас есть хорошие, молодые люди. Он поблагодарил представителей волонтерских организаций округа за добрые дела, отзывчивость, неравнодушие и пожелал успехов во всех начинаниях. На сегодняшний день на территории Ненецкого округа осуществляют добровольческую деятельность около 40 волонтерских организаций и объединений. Добровольчеством по различным направлениям в регионе занимаются более 1000 человек. Они принимают участие в экологических акциях, работают с пожилыми людьми и детьми, помогают животным, проводят информационные мероприятия и благотворительные акции. Я хочу пожелать вам всех успехов,
в волонтерском движении. Поэтому так или иначе мы все задействованы в нем. И когда мы разговаривали с Марией Андреевной вот, до нашего мероприятия, она тоже говорила, что и собрание депутатов вовлечено в эту работу, и мы обязательно будем этой работой заниматься. Это надо делать скромно, совершенно, это абсолютно нормально, потому что, еще раз говорю, добро, оно не надо, чтобы оно было слишком явно проявлялось в чем-то, оно просто должно являться существом всей нашей жизни. В 2020 году было проведено более 50 крупных мероприятий, в которых приняли участие 4600 жителей округа. Среди мероприятий – Всемирный день чистоты «Сделаем», 220, «Осенняя неделя добра», всероссийские акции «Добровольцы детям» и «Красная гвоздика», циклы различных квестов и игр. Следующий выпуск программы «Законодатели» выйдет в январе на телеканале «Север». Следите за событиями вместе с нами. До встречи!